Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Сегодня будем высаживать землянику, клубнику, то есть всю ту земляничку, которую сеяли семенами. Вот это я вам покажу сейчас иришку, которые были кустики пересажены в большие вот эти обрезанные бутылки, вот в большой такой вот стаканчик, вернее горшочек. Видите, уже такая она прям большая выросла, и оказалась она у нас усатая. Хотя на упаковке указано, что вот эта иришка, она безусая. Но на некоторых кустиках уже начали появляться усики. Прям это очень хорошо видно. Здесь вот тут он усик. И здесь прям вот эта вот земличка была в теплице стояла. У нее более такой насыщенный цвет. И тоже, вот как видите, пошло много усиков. Скорее всего, надо будет их, конечно, обстричь. Ну, потому что уже вот здесь вот видно, заметно, что идет дальше. То есть она продолжает у нас расти. Несмотря на то, что уже так довольно много у нее усов. В общем, такая вот земличка. Потом я вам остальное покажу. Вот это только иришка вся. А будем высаживать на вот такие вот грядки. Вчера мы их сделали. То есть сбили из досок вот такой короб. Перекопали землю, насыпали еще немножко земли. Такие грядочки, и застелим их все укрывным черным материалом. Сделаем отверстие и посадим землянику. В общем, такие вот грядочки. Перегной внесли, торф. И полили. Вчера вечером их полили, потому что земля у нас очень такая сухая. Ну и покажу вам еще землянику, которая вот растет с прошлых лет. Такие пушистые кустики после нашей подкормки азотом, аммиаком. Ну, тоже распушились. И кустики, которые были совсем плохенькие, тоже они такие стали пушистые. Но вот эти прям совсем у них такая, такие немохнатые все. И много-много цветоносов уже. Видно в ней, что цветоносы, вот они, будущие наши, закладываются. Вот один, он, второй, третий. На каждом тоже даже маленькие такие ягодки висят. Вот видно, что вот новые такие цветоносы идут на каждом кустике. Так, ну вот такая вот посадка. Это получается все иришка. Ну, около 30 кустов. И смотрите, значит, выкапываем, врезаем такое отверстие крест-накрест. И лишнюю землю, конечно, убираем. Примеряем наш стаканчик. Главное, чтобы нам опять же точку роста не заглубить. И опять примеряем. Еще немножко. Опустили нашу земляничку. И с боков все присыпаем грунтом. Честно говоря, конечно, в первый раз так садим, поэтому не знаем, какой будет результат. И все опять же разравниваем. Главное, чтобы точка роста у нас не была заглублена. И поливаем. Грядку мы вчера хорошенько пролили, поэтому сейчас главное нам пролить то место, где у нас корневая система нашей клубники. И если земелька у нас сейчас, конечно, немножко подопустится, и мы сможем опять присыпать здесь землю, чтобы не была оголена корневая система. И когда у нас просохнет эта земелька, ее можно будет аккуратненько смести. Потому что сейчас, конечно, тут немножко грязновато. Но потом со временем у нас все это сметется и будет порядок. И оставшаяся земляника, получается, это у нас вот она искушение. Все это крупноплодная земляника. Алый огонек тоже крупноплодная. Вкус детства, вот они здесь все по разным стаканчикам. А вот это вот Женева, да, тоже это крупноплодная земляника.
которую у нас плодоносит два раза за сезон. Она такая поменьше, но тоже ее посадим. Посмотрим, интересно, разные сорта земляники, какой будет результат, какой урожай. И мелкоплодная земляника, лесная сказка, барон Саленмахер и белоснежка. Такая она вся лохматая, уже готовая к высадке. Уже видите, вся емкость оплетена корнями. Это просто беспроигрышный вариант. Она всегда практически очень хорошо растет, не капризная, но переносит все невзгоды. У мелкоплодной земляники гораздо легче осуществлять ее посадку, потому как она очень хорошо формирует корневую систему. То есть ком земли, он практически не рассыпается. И также формируем ямку, подготавливаем, чтобы точка была роста не закуплена, и пересаживаем. Вот можете заметить, что ком земли полностью у нас остается целым. Сейчас аккуратненько мы его также поместим в нашу лунку. Поместили и также с боков присыпаем землю, чтобы корни не были оголены. И все. Поэтому очень легко она садится, вот эта крупноплодная, вернее мелкоплодная, наоборот, земляника. И лесная сказка, которая была пересажена из общей емкости под таким отдельным стаканчиком. Она не слишком она успела, конечно, корни нарастить, но пересадим ее. Но все равно немножко она все-таки подтянулась и подросла. Заметно, что увеличился объем листвы. Такие вот две грядки получились. Вот это получается мелкоплодная. И крупная плодная вся. А эту землянику мы пересаживали, наверное, недели полторы назад. Тоже на черный укровной материал. И вот он даже после пересадки так прям хорошо зацвела. Хотя обычно клубника после пересадки долго приживается, и урожая как бы в год пересадки не особо много. Ну, посмотрим, какой здесь урожай тоже будет. Ну а всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на канал. Заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч!